Ніколасе, ви у минулому телеведучий. Зараз ви повернулися і повернулися у медіапростір вже як письменник. Коли у тебе є історія, феноменальна історія, яку треба розказати світу, которая может поменять судьба людей, то тогда ты берешь, пишешь эту историю. В данном случае это было Дирель реальности, это история корпоративного шпиона, который стал мессией первой в мире цифровой религии, которая обещает вечную жизнь и бессмертие в цифровом формате. Збираєтеся знімати кіно? Просто ось тут, на цій вечері, ви знайшли собі головну героїню майбутньої стрічки. І це Даша Астафьєва. Чи це просто розмови? Даша Астафьєва, вообще-то, еще при выходе романа она сделала фотосессию, на которой она примерила главная героиня, киберпреступницы и наемного киллера Линда. Вот. И мне кажется, что Даша, этот образ очень идет. Только жалею, что в Германии, где вот будет делаться фильм по Netflix, они не будут делать мюзикл. Что-то.